Блондинки женские Жанет, которые я вам сейчас буду представлять, это действительно абсолютный бестселлер от бренда Держпур. С огромным удовольствием сейчас расскажу про эту коллекцию, тем более, что она у нас выполнена полностью из натуральных материалов. У нас здесь используется натуральный спилок, внутри у нас натуральная шерсть и целых два элемента подстройки. Смотрите, пожалуйста, на натуральную шерсть, как она выглядит, и она действительно очень плотная, до минус 20 градусов будет прекрасно справляться. Это такие, знаете, прям вездеходы для зимы, поэтому обязательно приобретайте их, вам будет и удобно, и стильно, и комфортно, ну и, конечно же, тепло. Что касаемо про подстройки, я уже начала вам рассказывать, их целых две, то есть, во-первых, это шнуровка, а во-вторых, это две функциональные молнии. Посмотрите, когда вы расстегиваете эти молнии с двух сторон, то у вас получается, ну, довольно-таки большое пространство, это удобно, потому что даже самая сложная ножка здесь с легкостью поместится, и вы будете удобно обуваться. Обратите внимание на натуральную шерсть, которая располагается по всему периметру нашего подклада. То есть и даже стелечка выполнена тоже из натуральной шерсти. Обязательно об этом с вами поговорим. Итак, у нас большая цветовая гамма представлена. Это тоже очень хорошо, потому что для зимних коллекций это очень редкая история. И давайте посмотрим с вами теперь на все решения, которые можете для себя выбрать. Ну, смотрим на Женю. Женя у нас выбирает для себя рыжий цвет. Очень стильный, кстати, самый светлый в этой коллекции, мне нравится он особенно, в прошлые эфиры именно его я для себя выбирала. Обратите, пожалуйста, внимание, что этот цвет, так называемый кэмел, да, песочный, цвет пустыни, он очень часто используется в обувных коллекциях, потому что смотрится эффектно. Далее у нас представлен еще цвет, который называется бордовый, но он по факту у нас такой прям, знаете, черничный, наверное, я бы даже сказала, такой ягодный, очень насыщенный, очень красивый. Дальше хотелось бы вам представить цвет коричневый, также очень роскошный цвет, потому что здесь, правда, есть такая, знаете, прям как будто бы отсылка к шоколаду, горькому шоколаду очень темного цвета. Дальше обратите внимание, пожалуйста, на цвет темно-синий, либо цвет сапфира, либо, как мы еще любим его называть, да, цвет Байкала. Правда, очень красиво. Тот самый бежевый, который мы только что посмотрели на ножках нашей Евгении. Ну и классический черный, как всегда, у нас есть в нашей коллекции. Всегда, кстати, черный у нас в большем количестве, потому что это ваш выбор. И он очевиден, потому что черный цвет, конечно, понятен всем. Итак, цена, которая действует только сегодня, 7499 рублей. Пожалуйста, давайте выбирать с вами размеры. Сейчас подскажу, как это правильно сделать. Ну, во-первых, у нас размерная сетка полностью с вами совпадает с размером. Размерная сетка государственного стандарта, то есть выбираем смело размер в размер от 36 до 41, но могу вам с уверенностью сказать, что они у нас еще немножечко, да, остается такое свободное пространство для того, чтобы вы носочек могли дополнительно надеть, да, и чтобы вам было комфортно. Итак, стелечку я достала сейчас из 39 размера, кстати, на стельку тоже мы с вами посмотрим, здесь у нас натуральная шерсть и плюс еще ко всему испененный латекс, видите, да, для того, чтобы гасить ударные нагрузки, и сама стелька у нас на нетканом материале очень хорошо, потому что когда картоновая стелька, она очень быстро выходит из строя, а с нетканым материалом абсолютно ничего не произойдет. Итак, от большого пальца до конца, до центра пяточки замеряем и видим с вами, что здесь у нас 26 сантиметров. И это я замеряю 39 размер, который по факту должен быть 250 миллиметров. Вот, посмотрите, пожалуйста, на нашу табличку. То есть у нас, я точно замерила 39, давайте на всякий случай. 20, нет, там 27 не было, там было 26, но я замерила, я замерила в 40-м, все, тогда у нас правильно, смотрите, в 40-м у нас длина стельки должна быть 255, но она у нас 260, и это идет соответствие как 40,5. В любом случае, выбираем размер в размер, место свободного более чем предостаточно, поэтому, пожалуйста, дорогие мои, будьте добры, выбирайте для себя, это красивые, это качественные, это удобные, это комфортные ботинки, которые выбирают сегодня, да, все самые модные и стильные женщины. Напомню, что это бренд Держпур. Бренд Держпур, который у нас уже более 5 лет с нашим телеканалом. Вы знаете абсолютно этот бренд. Вы выбираете и летние коллекции, и зимние коллекции. Это плюс ко всему еще и премиальное качество, потому что, в принципе, натуральная кожа, натуральная замша уже уходит у нас в премиальный сегмент.
7499 рублей. Опять же, можете оплачивать долями, это очень удобно. Оплата долями, что вам дает? Во-первых, это оплата без переплат, 4 равные доли каждые 2 недели. Давайте мы сейчас даже посчитаем, сколько же будет стоимость, сумма одной доли, озвучим вам, и вам будет понятно, что это на самом деле очень удобно, потому что не надо себя ограничивать, не надо себе ни в чем отказывать. Оплачивайте 1875 рублей и уже ждете свою посылочку, которая приезжает, вы обуваете эти ботинки, выносите их, и просто каждые 2 недели всего таких платежа будет 4 по 1875 рублей. Пользуйтесь. 7499 рублей – это у нас цена, которая действует только сегодня. Кстати, учитывайте, что здесь у нас уже действует бесплатная доставка. Ботинки женские до минус 20 градусов, и плюс они абсолютно не промокают. Мы сейчас с вами проведем эксперимент. У нас наш натуральный спилок, он проходит уже стадии обработки еще на кожзаводе, когда его специально пропитывают силиконовыми такими, да, пропитками, чтобы он не боялся влаги. Смотрите, как он, да, происходит. Я сейчас целый стакан воды вылила на носочную часть наших ботинок, и вода в буквальном смысле просто отскочила. Посмотрите, пожалуйста, да, она не проникла внутрь, ни единой капли, наши ботинки остались сухие. Это дает гарантию того, что вы, выйдя на улицу, даже если там мокрый снег, даже если там мокрая каша, вы в любом случае будете в сухости и в сохранности. Ну и плюс ко всему выглядите еще очень-очень красиво. Теперь давайте поговорим с вами про зимние прогулки, когда вы отправляетесь, например, зимний лес, да, морозный свежий воздух, великолепные красивые ели с шапками снега стоят. Я зиму очень люблю, но чисто эстетически я ее люблю, а вот в качестве мороза я, конечно, не очень. Я всегда замерзаю, поэтому я стараюсь всегда и одеваться, и обуваться очень-очень тепло, потому что именно тепло нам дает, знаете, такое комфортное состояние. И вот в нашем случае, так как ботинки утеплены натуральной шерстью, посмотрите, во-первых, она и плотная, очень хорошая, цвет у нее прекрасный, нейтральный такой, обязательно проверяйте на наличие, да, проплешин, здесь у нас с вами очень ровный, хороший прокрас, красивый, хороший мех, мы даже вот вам продемонстрировали только что нашу овечку Доли, которая как раз-таки подарила нам это тепло и комфорт, и еще раз давайте напомню вам про цветовые решения, которые у нас есть, бордовый, смотрите, прекрасный, очень красивый, очень насыщенный, великолепно смотрится с фурнитурой цвета бронзы. Далее посмотрите, пожалуйста, на коричневый цвет. Он тоже у нас с фурнитурой бронзового цвета, роскошный коричневый. Есть темно-синий, как лед Байкала. Очень красивый. Ну и, конечно же, мы знаем, что синий цвет – это еще и цвет успеха. Самый светлый оттенок в этой коллекции – это бежевый. Здесь он у нас и на такого цвета карамельной подошве, и плюс черный цвет, но здесь полноценный Total Black, черная подошва, черная заготовка, черный мех и фурнитура цвета темно-никель. Итак, цена 7499 рублей. Оплачивайте долями, и плюс ко всему действует бесплатная доставка.